Colonel Smirnoff, wouldn't it be equally convenient to go on with the film now in order that the report, when it is presented, can be presented as close as possible to the evidence of the witnesses? See, otherwise, supposing Mr. Roberts is unable to locate Whelan or Whelan this afternoon, it might be that if you read the report now, there might be a week, possibly, or even more, between the reading of the report and the evidence of the witness. Is it possible to go on with the film now? Хорошо, господин председатель. Собственно, то, что мы сейчас предъявим суду, нельзя назвать фильмом в полном смысле этого слова. Это серия фотодокументов, заснятых самими немцами и смонтированная на пленку. Таким образом, это не фильм в собственном смысле этого слова, а фотодокументы. Эти фотодокументы предъявляются нами под номером Ю-105. Причем мы из серии этих фотодокументов показываем только часть. Дело в том, что правительством Югославии были предъявлены фотодокументы по всем разделам доклада. Мы исключили часть, касающуюся других разделов, и показываем только ту часть, которая касается преступлений против человечности. Таким образом, это только часть фотодокументов, представляемых суду. Разрешите приступить? Разрешите продолжать предъявление материалов. Yes. Господин председатель, чтобы дать возможность британскому обвинению выяснить вопрос о том, когда будут доставлены свидетели в судебное заседание, я позволю себе перейти пока к следующему разделу своего доклада. Вы позволите мне сделать это? Я перехожу к разделу преследования евреев. Это страница 37, текст. Возведенный в зоологические формы, крайний антисемитизм гитлеровских преступников общеизвестен. Я не буду приводить цитат из так называемых произведений главных преступников войны от Гитлера и Геринга до Паппера и Штрейхера, доказывающих это. В странах Восточной Европы этот антисемитизм гитлеровцев осуществлялся преимущественно в форме физического уничтожения невинных людей. В свое время американским обвинением уже был предъявлен суду один из отчетов специальной организации германских фашистов, так называемой оперативной группы А. Он был предъявлен под номером L-180. Наши американские коллеги представили отчет по 15 октября 1941 года включительно. Советское обвинение располагает другим отчетом этой злодейской организации германских фашистов, охватывающий другой период времени и являющимся как бы продолжением первого отчета, а именно отчетом Эйнсатцгруппа 16 октября 1941 года по 31 января 1942 года. Я представляю трибуналу фотостат этого отчета под номером СССР-57. Прошу разрешения трибунала огласить весьма короткие цитаты из главы 3 отчета оперативной группы озаглавленного «Евреи». Причем я прошу суд обратить внимание на то, что сообщаемые в отчете данные – это данные всего лишь по одной организации. То есть только по одной Эйнсатцгруппе А.
Я цитирую один абзац на странице 170, второй абзац книги «Документ». Систематическая работа по очищению Востока, согласно основным приказам, имела своей целью, возможно, полную ликвидацию евреев. Эта цель в основном достигнута. Исключая Белоруссию, экзекуции подвергнуто 229 052 еврея. Оставшиеся в прибалтийских провинциях евреи мобилизуются в срочном порядке на работы и размещаются в гетто. Прерываю на этом цитату и цитирую две строки из подраздела «Эстония» на странице 2 русского текста, что соответствует странице 171, второй абзац текста документов книги суда. Начинаю цитату. Экзекуции над евреями, поскольку последние не были необходимы на работах, стали постепенно производиться силами полиции безопасности и СД. На сегодняшний день евреев в Эстонии больше нет. Привожу далее короткие извлечения из подраздела «Латвия». Цитирую одну строку из последнего абзаца русского текста на странице 2. Это соответствует странице 171, пятый абзац книги документов суда. Начинаю цитату. При вступлении германских войск в Латвию там находилось еще 70 тысяч евреев. Прерываю цитату и привожу одну строку из второго абзаца на странице 3 русского текста или на странице 171, последний абзац книги документов суда. До октября 1941 года этими особыми командами было подвергнуто экзекуции ровно 30 тысяч евреев. Прерываю цитату и продолжаю ее в следующем абзаце. В последующее время были произведены дальнейшие экзекуции. Так, например, 9 ноября 1941 года в Двинске было подвергнуто экзекуции 11 034 еврея. В начале декабря 1941 года в результате проведенной по распоряжению бывшего руководителя СС и полиции операции в Риге была произведена экзекуция над 27 800 и в середине декабря 1941 года в Либаве над 2350 евреями. В настоящее время в гетто находится, кроме евреев из Германии, округленно. В Риге 2500 человек, в Двинске 950 человек, в Либаве 300 человек. Could you tell me where these figures come from? Are they in an official report or are they German figures? Это данные самих немцев, господин председатель. Этот документ в копии был изъят в архиве гестапо. Он был изъят в Латвии войсками Красной Армии. И я прошу вас, господа судьи, обратить внимание на то, что этот документ всего-навсего охватывает период с 16 октября 1941 года по 31 января 1942 года. Таким образом, это не итоговые данные, а это данные только за этот период времени. Разрешите мне продолжать, господин председатель? Yes. Я цитирую всего одну строку из подраздела «Литва». Члены суда найдут это место на странице 173 книги документов в третьем абзаце. В результате многих отдельных операций было ликвидировано в общем 136 421 человек.
Я буду просить разрешения суда привести более подробную цитату из следующего раздела отчета группа «Белоруссия». Цитирую последний абзац на странице 5 русского текста, или судьи найдут это место на странице 174 книги документов суда в последнем абзаце. Начинаю цитату. Вопрос решительный и поводы ликвидации евреев на территории Белоруссии после прихода немцев наталкивается на известные трудности. Как раз здесь евреи составляют чрезвычайно высокий процент специалистов, которые в этой области вследствие отсутствия других резервов являются необходимыми. Кроме того, оперативная группа приняла эту территорию лишь с наступлением сильных морозов, которые очень затруднили проведение массовых экзекуций. Дальнейшая трудность заключается в том, что евреи живут разбросанно по всей территории. Учитывая большие расстояния, плохое состояние дорог, недостаток автотранспорта, бензина и незначительные силы полиции, безопасности СД, проведение расстрелов возможно только при максимальном напряжении всех сил. Несмотря на это, расстреляно уже 41 тысяча евреев. В это число не вошли расстрелянные прежними оперативными командами. Я прерываю цитату и начинаю ее в следующем абзаце. Это соответствует странице 175, второй абзац книги документов суда. Начинаю цитату. Командиру полиции по Белоруссии, несмотря на тяжелое положение, даны указания, как можно быстрее ликвидировать еврейский вопрос. Но все же для этого потребуется около 2 месяцев времени, в зависимости от погоды. Размещение оставшихся евреев в существующих гетто в лагерях Белоруссии подходит к концу. Для того, чтобы показать, как производились массовые акции немецких преступников против евреев, я предъявляю суду под номером СССР 119А, заверенный чрезвычайной государственной комиссии, фотостат подлинного немецкого документа. Это итоговый отчет командира одной из рот 12-го полицейского полка, производившего массовую акцию по уничтожению евреев города Пинска, загнанных в гетто. ...29 и 30 октября 1942 года злодеи из 15-го полицейского полка уничтожили в Пинске 26 200 евреев. Вот как описывает командир роты Зауэр это совершенное преступление. Я не буду цитировать весь документ, он довольно обширен, и приведу лишь несколько абзацев из него. То место, которое я просил бы разрешения суда огласить, находится на странице 177 книги документов суда в 3-м абзаце. Начинаю цитату. Оцепление было назначено на 4 часа 30 минут. И оказалось, что благодаря предшествующей личной разведке руководителей и соблюдению тайны оцепление было совершено в кратчайший срок, и уклонение евреев оказалось невозможным.
Прочесывание гетто следовало по приказу начальника в 6 часов. Но благодаря темноте начало было отодвинуто на полчаса. Евреи, обратившие внимание на происходящее, стали большей частью добровольно собираться на проверку на всех улицах. С помощью двух вахмистров удалось в первый же час привести несколько тысяч к месту сбора. Когда остальные евреи увидели, к чему клонит дело, то они примкнули к колонне. Так что предусмотренную охранной полицией на месте сбора проверку, благодаря громадному, неожиданному скоплению народа, провести не удалось. В первый день прочесывания рассчитывали только на 1-2 тысячи человек. Первое прочесывание закончилось в 17 часов и прошло без происшествий. В первый день было казнено около 10 тысяч человек. Ночью рота находилась в боевой готовности в солдатском клубе. 30 октября 1942 года гетто было прочесано второй раз. 31 октября в третий раз и 1 ноября в четвертый раз. В общем, к месту сбора было пригнано около 15 тысяч евреев. Больные евреи и оставленные в домах дети подвергались казни тут же, в гетто, во дворе. В гетто было казнено около 1200 евреев. Я прерываю на этом цитату и прошу разрешения суда продолжить ее на второй странице документа в разделе «Итоги». Это соответствует странице 178, 6 абзац книги документов суда. Я цитирую два пункта из этих итогов. Пункт третий. Начинаю цитату. Даже когда нет подвалов, значительное количество лиц находится в малом пространстве подполья. Такие места следует взламывать снаружи или направлять туда служебных собак. В Пинске замечательно оправдала себя при этом служебная собака Аста. Или забросить туда ручную гранату, после чего во всех случаях евреи немедленно же выходят оттуда. Цитирую далее, пункт пятый. Рекомендуем привлекать малолетних к указанию этих укрытий, обещая им за это жизнь. Этот метод хорошо оправдал себя. Пример полицейского полка, оглашенный мной, характерен для уничтожения евреев, загнанных в гетто. Но не всегда немецкие фашисты прибегали к этому приему, предшествующему уничтожению мирного еврейского населения. Одним из других преступных приемов был сбор евреев данной местности под предлогом переселения их в другие районы. Затем собранные таким приемом в одном месте евреи расстреливались. Я предъявляю суду подлинное объявление такого рода, расклеенное
на улицах города Кисловодска. Оно было расклеено комендатурой номер 12. Текст этого документа члены суда найдут на странице 180 книги документов суда. Цитирую этот документ в извлечении. Он довольно объемист. Я цитирую сравнительно малую его часть. Начинаю цитату. Всем евреям с целью заселения малонаселенных районов Украины все евреи, проживающие в городе Кисловодске, и те евреи, которые не имеют постоянного места жительства, обязаны в среду 9 сентября 1942 года в 5 часов утра по берлинскому времени, в 6 часов по московскому времени явиться на товарную станцию города Кисловодска. Эшелон отходит в 6 часов утра. Каждому еврею взять багаж весом не более 20 килограммов, включая продовольственный минимум на 2 дня. Дальнейшее питание будет обеспечено на станции германскими властями. Я опускаю последующие абзацы и цитирую только одну строчку через 6 абзацев. Переселению подлежат и те евреи, которые приняли крещение. Кончаю на эту цитату. Для того, чтобы уяснить, что случилось с еврейским населением города Кисловодска, тоже происходило и во многих других городах, я прошу суд обратиться к содержанию уже предъявленного суду ранее под номером СССР-1 сообщению Чрезвычайной государственной комиссии по Ставропольскому краю. То место, которое я хотел бы кратко изложить, находится на странице 187 книги документов суда. Там сказано, что собравшиеся на станции Минеральные, на станции Кисловодск 2000 евреев были отправлены на станцию Минеральные воды и там расстреляны в противотанковом рву в 2,5 километрах от города. Здесь же были расстреляны 1000 евреев с их семьями, вывезенные из города Ессентуки и Пятигорска. Для того, чтобы показать объемы преступного уничтожения мирного еврейского населения в странах Восточной Европы, я позволю себе обратиться к содержанию докладов правительств соответствующих стран Восточной Европы, представленных трибуналу. Привожу короткую цитату из доклада польского правительства на странице 136 русского текста этого документа. Начинаю цитату. Официальный статистический ежегодник Польши в 1931 году определял количество евреев в 3 миллиона 115 тысяч. По неофициальным данным, собранным в 1939 году, в Польше было 3 миллиона 500 тысяч евреев. После освобождения Польши в ней насчитывается менее 100 тысяч евреев. И 200 тысяч польских евреев пребывают до сих пор в СССР. Таким образом, 3 миллиона евреев погибло в Польше. В Чехословакии, как видно из данных, приведенных на страницах 82-83 русского текста доклада, насчитывалось 118 тысяч евреев. В настоящее время во всей стране насчитывается только 6 тысяч евреев. Из общего числа... Would that be a convenient time to break off? Howard, shall we adjourn now?